Если хочешь ты пройти через трансформацию эту, вам ингредиенты нужно смешать. У дельщика фонарь, у трески ее бороденку и капельку чернил у осьминога взять. Разве не прекрасно, друзья, не рыба уятна, но факт, фантастики с наукой, чудесный контракт. Добавить чуть анимонов с яркой клумбы на самом дне моря. Все это в чашку Петри перелить. Но перед тем, как глотнуть, получив свои жабры вскоре, нужно лишь добавить любой икры.